Вы смотрите канал «Улица Москвы». Мы находимся на улице Мелеховская, в районе Биберева. Остановочка Мелеховская улица. Туда вот улица Белозерская, наверное, переходит. Но вообще Мелеховская улица состоит из двух частей. Одна часть вот туда, в сторону улицы Лескова. А вторая часть вот прямо в направлении улицы Корничука. И между ними такая вроде бы благоустроенная территория. Пешеходная дорожка. А здесь вот парк Леонозовский питомник. Улица Мелеховская получила свое название в 1976 году, как и многие окрестные улицы, включая улицу Белозерская. И получила она свое название по населенному пункту Мелехово, где проживал Антон Павлович Чехов. Ну, собственно, это юг Подмосковья. Да, Чеховский район, ранее Лопасненский. И непонятно, почему улица с таким названием появилась на севере. Ей бы место в каком-нибудь Южном Чертаново, например. Ну да ладно, где появилась, там уж появилась. Мы сейчас двигаемся в направлении Московской кольцевой автомобильной дороги. Но она там тоже отделена нежилыми постройками вот от этих улиц Мелеховской и улицы Корничука. И там также располагается довольно крупная конечная автобусных маршрутов под названием улица Корничука. Часть маршрутов идут сюда, на улицу Мелеховская, но большая часть по самой улице Корничука. И выходит потом на Белозерскую, через Подушкинский, на Лесково. Вот здесь вообще вот эти улицы, Белозерская, Мелеховская и улица Корничука. Я хожу и краду еще, образует такой круг. Вот где располагается этот вот жилой квартал. Так, ну вот она, конечная остановка. Улица Корничука. Ну, крупный, да, транспортный хаб. Потому что дальше уже Москва заканчивается. Вот видно лес там. А еще до него Московская кольцевая автомобильная дорога. Она здесь шумоизоляционными конструкциями отгорожена. Ну, хотя до нее далеко достаточно, все же, если от жилых домов. Но, как говорится, чем меньше, тем лучше. Так, вот лес. Все, вот заканчивается улица Мелеховская. В следующем выпуске мы побываем уже на улице Корничука. Не знаю, куда тут идти, все. Ну, осмотримся вокруг и будем закругляться.